Привет, дорогие друзья, с вами Клумба, и это список 5 бесплатных игр на ПК в Стиме. Обратите внимание, что это не топ игр, а просто список. Всем приятного просмотра. Итак, игрушка Гус-Гус-Дак. Новая социальная игра основана на применении дедукции, в которой группа игроков в образе гусей работает сообща, пытаясь выполнить все цели миссии. Но задача будет усложняться тем, что предатели в роли уток будут пытаться помешать гусям. Игра отличается от Among Us тем, что здесь очень много ролей, от обычных уток до утки-колдуна. У нас расположилась Paint Warfare. Это многопользовательский FPS, наполненный адреналином, срывками, взбиранием по стенам, прыжками с гранатами, быстрыми возрождениями, пляжными мячами и многим другим. Ну а следующая по списку у нас Farlight 84. Это новая королевская битва для ПК и смартфонов. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где почти все живые существа превратились в монстров из-за киберинфекции. Участь оставшихся в живых тоже незавидна. Им приходится сражаться друг против друга в безумных матчах. До 40 игроков на карте за последние оставшиеся важные ресурсы. Далее у нас идет маг. Маг – это выживание рогалик. Собирайте ресурсы, находите предметы и стройте базу, чтобы выжить как можно дольше. Некоторые свои части напоминают Майнкрафт. Цель игрока – выжить, собирая ресурсы и строя инструменты. Есть несколько врагов, такие как каменные големы, с которых можно получить материалы и монеты после убийства. Ну а последней в сегодняшнем списке у нас будет Crab Game. Это многопользовательская игра от первого лица, в которой игроки соревнуются в различных мини-играх, основанных на детских. Игрок должен избежать смерти и остаться последним, чтобы выиграть денежный приз. Однако игра заканчивается, если никого не осталось. Игроки могут атаковать других различными предметами, соревноваться на различных картах и игровых режимах. Также в игре присутствует голосовой и текстовый чат для общения. Ну и как вам сегодняшний список, ребята? Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк, подпишитесь на канал, нажмете колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А это был мой первый список, так что не судите его строго, пожалуйста. Вот, всем пока-пока.